Сейчас я найду другой спуск к речке, потому что здесь, как видите, много таких опасных мест, куда не хочется ступать. А вот у самой кромки я тут увидел уже, кстати, даже воду. Даже при том, что у меня, в принципе, такая довольно стойкая обувь, но упасть не хочется. Так, ну, максимум, куда мы можем встать. Да. Немного так лед уже трещит. Колесо по швам. Народ уже празднует, как всегда. Есть отдельные лунки. Можете вот видеть одну. Она, правда, уже замерзла. Это делают рыбаки специально для того, чтобы рыба могла дышать. Потому что когда лед крепчает, то естественно, что рыба может задохнуться. Хотя в тех местах там, где речка встречается, стрелка впадает в псел, то вот там, в принципе, есть такие, скажем так, пролежни. Вот, слышите, кстати, кто-то бил лед. Я уже на самом пляже стою. Вот такой звук. То есть говорит о том, что тут лед очень такой слабый. Вот. Ну, в принципе, спадал довольно-таки долго. Тут кто-то поразбивал его. Можно видеть. Неделю назад, конечно, было намного красивее, когда вся река была полностью прозрачной, был виден лед, было видно, что там замерзло, да, когда плыло по течению, коряги, разная флора, даже фауну было видно. Я снял какую-то или нутрию, или бобра, которая подо мной буквально подо льдом проплыла. Вот. Это при том, что я просто как бы телефон выставлял четкость и вижу подо мной что-то плывет. Вот. Да. Вот это наш мост пешеходный, соответственно. Попробуем пройти дальше, ближе к мосту. Погода снова стала, конечно, меняться. Я думаю, что под Новый год, как раз вот сейчас у нас 22-23 число декабря, ближе к Новому году обычно у нас снег и выпадает. Кстати, елочка у нас такая есть. А вот у нас такой тут спуск, который позволяет спуститься. Но мы легких путей не ищем, мы спустимся более экстремальным образом. Вот. А здесь у нас кормят уток. Такой у нас выход. Такой берег каменистый. Обычно много собирается уток, но так как сейчас холодно,
Поэтому они где-то спрятались. Или может даже улетели. Вот. Ну, под самим мостом, видите, там чуть-чуть растаяло. Там лед, видимо, слабый. Хотя не факт, что какие-то лодыри головой бились об дно. Сейчас у нас почти 4 часа, заходит солнце, уже равноденствие, вот, зимнее солнцестояние, так называемое, голос вооружи. Вот. И поэтому, в принципе, уже темнеет не так рано.